сейчас несу. Стол ставьте, на стол. Зачем? Стул-то зачем? На стол, конечно. Убери там все лишнее со стола-то. Так, крещение праздник. Так, нам налейте нам. Пожалуйста, нальем. Ну, открой, а потом закрути. Игорь, ты сегодня разливаешь? На разлив у тебя сегодня. Я чисто сюда как бы случайно попавший. Нет. Меня тут не было. Как бы. А вот сейчас еще сюда. Вот сюда. Ставьте вот на это. Так, Игнат Игнатьевич, прошу. Аня, не мешай. Так, и ладно, начинаем. Помаленьку берите. Воду можно разводить. У тебя, если будет даже один стакан, можешь 5-10 лет разводить. Доливай в нее, и все. А некоторые прям с плягой приходят. А зачем полный? Ты сейчас настолько набери маленько, а там разбавь дома, и все. Вот это самое главное. Ну ладно, тогда вот, тетя Тань, у вас лучше, чем вот, главное, разливайся. Нет, она не войдет. Виктор Андреевич, дай пускай другие там делят. Иди сюда. Иди ко мне. Ищи здесь свет. Выбирайте эту бутылку. Аккуратнее как-то можете, а? Не спешите. Вот сегодня Богоявление, Возвращение, Крещение Господне. Давайте. Ты не позвонила, что придешь. Мимо не вижу. Я бы тебе журнал принесла. Галя, это все равно она осталась водой. А вода, она как хочет, прольется. Как бы ты... Надо поправить. Ну, подставьте. У нас вижу, это... Хватит. А то сейчас сами будете наливать. Толкаете туда-сюда эти бутылки, я буду лавировать между вами. Нет, нет, она плохая. Очень плохая. Сейчас потому узнаете. Потому что воздуха, воздуха нет, а да. Не будет идти вода. Отсюда можно? Да, можно. Это совсем потихонечку. Давайте, две бутылочки. Так, кому надо было срочно? Забирайте, кому срочно надо было. Да, вот, на, тихо, 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 тихо. На вот эту вот большую. Слово срочно, чтобы я не слышал больше в храме. Одинаково пришли в год. Берите. Давай.
Что ты налил маленькие, хватит, дома разведешь. Разницы нету. Ну, другие люди еще придут. Она с колонка замороженная. Только раз и все. Ну, да куда столько-то? Это же на город хватит. Романенко просил. Ну, ты каждому, не маленько чуть-чуть, каждому. Хоть 100 человек. А потом разбавят. Все равно льет. Я говорю, она... Ну, я все налью. Ну, это дело ваше. Другие придут, еще нет. Мы 2 воды набрали. Три дня не было воды совершенно. Больше не лей пока. Берите, кто следующий. Останется там, берите. Зачем тебе полную-то? Не остановить. Да забери ведро сразу и неси домой. Лев, вот это. Ведро. Да. Бачок вот этот. Бери ведро, тащи домой. Мы путешествие проехали 120 тысяч километров. Взяли полбутылки. И всюду везде разбавляли. Сырую воду пили по всему миру, и никто не заразился. Ты маленько возьми, сколько, чтобы другим осталось еще. Едва наносили. Вот и приноват. Берите. Берите, чего это? Стоп, дайте я закрою. Вот такие вот, как будто, как слиток золота. Да еще одна пробка. Ну, сами пробуем. Я закрутила, иначе откуда я взял? Не, Гай, 5 миллилитров долей. Ну нет, вот моя беленькая рука. Пробка, вот это даже. Значит, кто-то забрал. Так, давайте еще, кому наливать? У кого есть лишняя пробка? Так, а кто у меня это? А кто мне юзнул-то? Кузьмична, вы что? Подожди, иди ко мне и пей. Православный все буквально поднимается. Буквально ломятся сейчас там эти реки, хаби. Да нет, это не тот компот. Нашли ее, Таня? Да, вот она. Да нет, Саша, они моя. Пока я вам закручивал, вы у меня эту дюйму. Вот бы там украли. У меня пробку. Дорогой, у меня сюда сесть. Я тут для другого села. Нам надо и вам начинать идти сейчас в Благовестную. Так и причащаются. Каждый день готовы причащаться. А живут по-язычески. Я рассказываю как. Люди сегодня весь город будет. И дальше ничего нету. Пьют воду и сразу водкой запивают. Показывают, десантники погружаются в прорубь, а кепку свою голубую держат на голове. И как вот так вот я придерживаю. Это откуда взяли все? Купание в проруби. И Кихи пишет, епископ. Язычество все это. Ну, Сергий, который кухта купается в проруби-то. Сергий митрополит показал сегодня, что покажет, что нет вот этого. Они поедут куда-то там, Пионерское озеро какое-то, туда. Да это там небольшое, там какое-то озеро. Сначала они здесь осветят, а потом туда, так сообщили. Туда поедут, да? А там знаете, что на этом Пионерском озере? Нет, не знаю. Там стоит пирамида сделанная, закрытая какими-то листами. И эта пирамида, она энергию как бы фокусирует, и туда люди ездят круглый год. Ну, когда это, зима. Да и летом тоже. И под эту энергию они, короче, у них там прям клуб есть, любители пирамиды. Полное язычество там на этом пионерском. Вот ложку одну принеси, а потом целую цистерну подгони, и все будет освещено. Кому еще налить? Вода освещается в озере. Протекающей реке. Спасибо, Христос. И главное, праздники какие? Первое крещение в главном храме воинов России. Первое крещение. Праздник.
Там кадило, говорит, какое показали, чтобы на 1,5 километра дым охватывал. И не получилось, его снова переучивать будут того. Ага, неправильно. 4,5 килограмма сразу... Держите. Ладана. Пробку сначала. Закручивайте. Нам говорит, гости со всего мира. Сейчас, освободят маленько. Вот брат стоит спокойно. Вот я пошел домой. Вообще. Давайте. Сада до самой гуще пойдет. Да, просто... Само смирение. Вот как надо. Ого. Тебе. А мне еще это... 5 раз просчитать и на это сам себе выводы сделать. Ладно, это не просто так. Это описание. А я думал, бочку сразу 200-литровую. В машину. А мог бы, да? Ну нет. Ну, настоящий. Православный. Так, тяг. О, батюшки, какие картины тут. Это вообще красота какая. Какие ковры белые. Конечно, заметно. Да и стол с какими. Ну и иконы всякие разные. Ну, помирать не надо теперь. Какая природа. Ой, вообще языко и все.